Да. Скажите, пожалуйста, вашу фамилию и имя. Давайте выполняем статья 5, пункт 5. С кем имеем разговор? Непосредственно старшим капитаном. Старшим капитаном. Статья 5, пункт 5. Вам первый требование. Конечно, разумеется. Пожалуйста. Смотрите. Командир взвода патрульно-постовой службы. Так, действие до 25 года. Выдан он 7 июля. Вы находились в общественном месте без... Так. А где вы меня задерживали? В Москве. В магазине. Мы не задерживаем вас. Ну, вы задерживали. Статья 27 Конституции Российской Федерации. Подождите, при этом вы нарушаете статья 5, пункт 4 и, разумеется, пункт 3. Губернатора. Давайте мы будем только говорить в рамках закона. Не будем здесь лишние свои мнения. Постановление губернатора. Губернатор может много приказов давать, но оно должно быть в первую очередь. Смотрите. Сейчас у нас в Российской Федерации... Капитан, давайте один вопрос. Законом подкованы вы? Ну, конечно. По какой статье вы имеете туда зайти? Я имею туда... Торговли места. У вас есть рапорт, направление, которое вам отправляют. У вас есть приказ... У нас есть профилактические мероприятия. Хорошо, я с вами согласен. Давайте в рамках закона, коротко и четко. У вас есть направление, рапорт, так и называется. Другие случаи, приказы. Кто вам приказывает? Какой рапорт? Рапорт, который вам, рапорт. Какой отделение вам отправляет и куда отправлять, в какой часов. И вы можете после работы прийти ко мне и сказать, примерно я образно говорю, мы говорим только в рамках закона. Разумеется, где ваши полномочия позволены, имеете ли вы знания медицинских направлений? Нет, вы? Направлениях нет. Ах. Я работаю в рамках Кодекса административного правонарушения Российской Федерации. Хорошо, по уголовной направлению или по гражданской? По какому? Не по уголовной, а по административной. Административной. А вы работаете в полиции, да? Так получается. Разумеется. Работаю в полиции, так. Да. И смотрите, наша ситуация, мы с вами говорим только... Смотрите, мы вернемся к... Вы привлекались по статье? Я сейчас объясняю, я как гражданин. Говорю первое свое мнение, и потом вы скажете... Со стороны взгляд закона, хорошо, вы говорите. Потом, я вам говорю, говорите. Что говорится закон при задержании человека первой гражданского направления, именно Конституция. Вы в курсе 27 статья? У вас нет знаний медицинских направлений, к сожалению. Статья 5, пункт 5. По первой требованию граждан. Сейчас, секундочку. Вас же трое был, да? Давайте, выполняем статья 5, пункт 5. Так, 20... Может, что-то пальчик ниже делать, чтобы... Пожалуйста. Так, 24-й годин, прав вообще исполнитель, Петр Ильич, 25-й годин. Я так верю, потому что в прошлый раз у вас у какой-то был просрочен, и причем не время возможно. Работы приходили ко мне. У меня другой магазин там был. Смотрите, будем соблюдать и говорить только в рамках закона. Мы начинаем с Конституции. Проще, потом законодательство, верховный, да. Получается, потом нашей, федерального нашей, закона, да. Прежде, а потом да. Уже административно. Конечно. Разумеется? Да. Так и есть? Есть. Вы нарушаете сейчас в данной ситуации 27 статья, это уголовная статья, наказуемый, и там лишение свободы. Я вас просто предупреждаю, как граждан, конечно, или устранение... Как граждан имеет полномочия, как судья вам устранить от должности. Вы нарушаете у вас задержание сейчас или проверка? У нас проверка сейчас. Проверка. А по какой основании? Какой статья, пункт, час и направление? У вас нет направлений, нет постановлений с печатным гербом фиолетовым. Хорошо, давайте, предоставляйте мне фактически. Да мне плевать на ваш губернатор и наш губернатор. Он может много чего приказывать. Мы говорим в рамках закона. Вам никто не грубит. Давайте лучше фактически со мной говорить. Мне не стоит, кто Путин будет говорить, кто там какой-то депутат будет говорить. Что, мне его слушать, что ли? Мы граждане. Сейчас в отношении вас будет составлен административный протокол. Разумеется, да. Но к нему должно быть основание. Основания у нас имеются. Я вам не даю такого права. Я так как вам... 27-й... Вы не даете мне такого права. Мне капитан, дают... послушайте мне сюда. Дают... Послушай, да. 27-й конституционный право, о чем говорит? О чем говорит? Вы нарушаете сейчас на ровном месте статья 5, пункт 4 и 3 причем. Вы можете... Я не буду с вами оспорить.